Привет всем с Майорки и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, и мне очень приятно, что вы смотрите это видео. Ну а мы с вами идем по дождливой Майорке, потому что уже неделю как льют дожди. Но оставить вас без видео я, конечно же, не могла. И сегодня мы пойдем в Массимо Дутти, в Манго и Зара, и посмотрим, что мы в этих магазинах можем купить на 100-120 евро, не больше. А вы не забывайте подписаться на канал и оставить свой комментарий. Мне будет очень приятно. Первый магазин, в который мы зашли, это Манго. Я взяла черный пуховик-пальто очень модного кроя, похоже очень на кимоно, стеганое, естественно. Стеганые вещи у нас в моде, и стоит такое пальто 80 евро. Я взяла размер XS. Также джинсы серого цвета, обычные простые, за 30 евро на завышенной талии. Они немного укороченные. А это я в маске. И будем примерять наш первый образ за 110 евро. Вот они, джинсы. Сели прекрасно. Это 34 размер, самый маленький. Они светло-серого цвета. У них нет змейки, они на пуговицах. Пуговицы маленькие, и они не выпирают, не мешают. Все смотрится красиво и эстетично. Вот оно, пальто ниже колена. Оно классное, очень мне понравилось, но я буду ждать скидок. Можно это все взять, и пальто, и джинсы за минус 50%. Вот такой образ нам обошелся в 110 евро. Дальше мы попадаем в ваш любимый Массимо Дутти, посмотрим, что у них есть в ассортименте. Конечно же, в Массимо за 100-120 евро очень сложно найти что-то. Тут одна куртка, один жакет стоит 100-120, даже больше. А взять какой-то образ, хотя бы две вещи, сложновато. Но я все же справилась. Красивая куртка, это кожа, сделанная в Индии, но цены не нашлось. Стеганая, тут почти все стеганое, потому что это очень актуально в этом сезоне, было и в прошлом сезоне, и я думаю, останется и на следующий сезон. Красивые вельветовые штаны, жакет, посмотрите на качество, тут в составе есть шерсть. Красивый цвет, и стоит такой жакет 129 евро. Модные в этом сезоне дубленки, натуральная овчина, цвет кэмел, и стоит такая дубленка 999 евро, 1000 евро. Такие дубленки были модные в 2000-х, и мода циклична. Все вернулось обратно. Вот еще одна дубленка за 799-800 евро. Это такая дубленка пилот. Такие модели носили пилоты. Тоже натуральная овчина и более темный цвет. И с кожаными вставками, так же, как вы заметили. Thank you.
Посмотрите, какие красивые сапоги за 189 евро. Очень классные, очень красивые, модные. Свитер белый с такой крупной вязкой. И юбка очень похожа на Джилл Сандер. Я с собой в примерочную взяла такой свитерок за 60 евро. В составе, естественно, шерсть, потому что мне даже пахло шерстью. Красивый цвет, такой салатовый. И штаны за 50 евро. Это вельвет, более оливкового цвета. Посмотрите, какой лук у меня вышел именно за 100 евро. Красивый свитерок, красивые брюки, очень мягкие, удобные. Хорошая длина у брюк. И сочетание цветов тоже очень приятное. И мы дальше с вами пойдем в магазин Zara. Посмотрим, что здесь мы можем найти на сумму. Но сначала посмотрим, что еще Zara нам предлагает. Красивые осенние цвета, очень глубокие. Это шоколадный, более теплый, более холодный шоколадный цвет. Это у нас юбка сатиновая. В таком же цвете и из такого же материала у нас брюки. Жакеты и брюки. Это у нас костюм. Брюки стоят 50 евро. Тоже красивый шоколадный цвет. И жакет за 89 евро. Это уже новогодние пайетки, новогоднее платье. Это у нас большая Zara, она в самом центре города Пальма, трехэтажная. Ассортимент тут очень богатый, женский этаж, мужской и отдел для детей. Вот она я, на мне вот такой свитерок, покажу вам в конце свой аутфит. И джинсы из магазина Zara. Взяла я в примерочную такой жакетик удлиненный за 60 евро. В составе 100% хлопок. Очень мягкое, очень приятное мини-пальто. И взяла брюки за 50 евро. Классические. Посмотрим, как это все будет сочетаться. Жакет большой. Брюки маленькие. Брюки на меня не сели. Они не подходят. Не красиво, не интересно. Какие-то они мрачные. Жакет классный, очень приятный, очень мягкий. Но нужно было взять размер S или даже XS. Это на мне размер M. Я его одела на свой наряд дня, получилось более-менее, но все равно этот жакет слишком большой. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!